мандарин. Огромный. Половина моей головы. Шкурки, чтобы не забрасывать их по всей палатке. Складываю в мешке от печки. Утром их вынесу там, закопаю где-нибудь. Так что у меня в палатке сейчас пахнет Новым годом. Еду я не взял сегодня. Ну как? Домашнюю еду какую-нибудь. Как обычно я брал там картошки, что-то там готовил, варил. Сегодня так, по-быренькому. Я уже показывал, наверное. Тут у меня бананы еще пару штук. Мне хватит до завтра, господи. Две мандарины. Вон тут еще одна. Наверное, на завтра оставлю. И три банана. Одну я уже съел. Бананы маленькие. Одну я уже съел, шкурку там в тамбуре оставил. О, красотень-то какая. Да, жалко, что с трансляцией не получилось. Но ничего. Я уже привык, у меня по жизни вообще так. С первого раза ничего не получается. Более того, мандарин даже вкусный. Обычно бывают красивые, там сочные, но без вкуса. Этот сладкий. О. Очень вкусный. Кто-то бегает вокруг палатки уже. Но это уже не похоже на мышь. Что-то побольше. Прям позади. Вот. Пару метров, наверное. Может, это лиса опять? Но это не мышка точно, потому что мышки где-то здесь поблизости что-то там шагали. И шум такой поверхностный, как будто по листьям прыгали. А тут четкие шаги. Может, это та же лиса, которая казанчик у меня утащила в 2018 году. Учуяла меня по запаху. Это вспомнила. И пошла посмотреть, может, я опять там казанчик оставлю на улице, в тамбуре. Даже половину не съел и уже насытился. Разложил этот, как его, спальник. Сижу, думаю, чаек заварить. У меня еще с вечера чаек остался, я его не допил. Но может, печку уже растопить. Пусть шает. Подымит. Посмотреть, что вокруг, даже не знаю. Ночью было зябковато. Ну как зябковато? Не холодно, но прохладненько. Я свою штуку с капюшоном уже натянул и залез в мешок. По мобиле показывает, что ночью было плюс 7. Комфортная температура сна плюс 3 у этого спального мешка. Я думаю, это с учетом этой термухи, потому что в простой одежде даже в плюс 7 чувствуется определенный дискомфорт, поэтому надо уже задуматься о термобелье. И вот. И мои размышления о том, что в холод в лесу даже с нормальным спальником, по моему мнению,
выходить не надо, были правильными. Ладно, что я тут заболтал уже вас совсем. Это смешной казус. В 6:30 утра я говорил, что вот начинает темнеть, что-то я там начал умничать, что в лесу темнеет на час раньше. О, спасибо за пение. Там светлее на час позже. Время перевели у нас. Это знакомый мне пишет, типа, не забудь часы переставить. Я думаю, какие часы? Потом смотрю на время в телефоне. Теперь мы с Москвой одним временем идем. Начало 8 утра, что у нас, что в Москве. Вот почему это светлело на час позже-то. Даже ничего не хочется делать. Вот просто посидеть, послушать. Может быть, там походить чуть-чуть вокруг палатки. Что-то там пощупать деревья и прийти обратно. Но печку я все-таки зажгу. Очень интересно наблюдать, что дом, в котором ты спал, ночевал в лесу, может уместиться вот в таком маленьком мешке. Дом на 2 человека, на 2 персоны. 2 метра 10 сантиметров длиной и 1 метр 60 шириной. 125 сантиметров высотой. Ну это типа пресс-чехол, который входит в комплект, но если купить нормальный чехол компрессионный, то это можно было бы уменьшить, наверное, вот до
такого размера, если не больше. Всем желаю приятного чаепития дома. Кто в постели, кто на кухне. А у меня утренний чаек в лесу. Солнце уже где-то на 1,5–2 метра от горизонта поднялось. Чувствую себя прекрасно. Ночка прошла хорошо. Я просыпался много раз, но в основном быстро прошли все ночные часы. Это значит, что я спал, даже сны снились. Причем каждый раз, когда я засыпал, каждый раз снился какой-то сон. Помню, что проснулся в 3 часа. Нет, я вру. Я около 10:30, наверное, заснул. Проснулся в 11 с чем-то. Непонятно почему. Потом в 3 часа, помню. И уже в 6 утра. Тогда я и вышел. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам было так же приятно провести время, как и мне. Хотя для вас, скорее всего, это будет скучновато. Ну, как-то так. Всем добра и здоровья. До свидания.